За что ты делаешь? Я вяжу в подарок носки для моего папы. И вообще я закупила сейчас, ты видела, наверное, да? Носочкой на подарки. Я считаю, что это замечательный подарок своими руками. И сейчас у нас еще очень прилично времени Нового года, чтобы связать и подарить тепло для своих близких в виде носков. Ты как считаешь, как подарок? Замечательно? Я вообще считаю, что подарки, сделанные своими руками, это прям лучший подарок, потому что люди вкладывают в них действительно свои искренние эмоции, какое-то тепло. Но не все, скажем так, такие мастера, как ты, и для таких людей, да, и в том числе и для меня, потому что я тоже пока еще неопытный такой прям дизайнерщик. Что ты предлагаешь? Есть, да, у нас есть готовые решения. Вот такие, например, несколько наборов от Этрофи. У нас есть вот такой набор Magic Socks. Здесь уже сразу два моточка, которые рассчитаны для вязания двух идентичных носков. В комплект сюда идет еще схема, описание. То есть вы сможете связать вот такого человека, которому вы подарите, или вы можете там связать сами вот такую красивую схему. И в комплект сразу идут спицы. То есть здесь вот буквально все, что нужно, чтобы связать изделие. Ну что? Я отдельно спицы покупала. А тут все сразу есть. А тут все сразу, да. Причем еще и по очень вкусной стоимости 875 рублей. Да. Если что, у нас отдельная носочка есть дороже. Или вот такой классный для ребенка, например, был бы подарок. Это связать амигуруми. Да. Вот этих японских словах там сломаешь язык. Набор на игрушку. То есть я, например, могу сесть с ребенком, позаниматься, провести время и связать игрушку. Да, да. Причем там такая схема и инструкция, разберется даже ребенок без тебя. Все очень понятно, пошагово, по рядам. Ну, кто умеет читать, а кто вот, наверное, ну, лет от 30. Ну, да, но все равно как-то уже мелкая моторика, о том, чтобы он мог держать крючок в руках. Здорово. А если вот, например, я хочу подарить подарок родителям, они у меня не вяжут. То есть я вот, например, папе не могу подарить такой набор. Что мы можем предложить? Вот как декор или что-то еще? То есть это явно быстрее, чем носки? Ну, явно быстрее, проще, чем носки, да. И зато будет вот такое всегда напоминание о том, что... Можно, например... слушай, а если, например, оставить какой-то кармашек и набить его конфетами? Можно Васильича побольше. Набить конфеты. Не-не-не, смотри, можно сделать Васильича побольше, а шапку ему набить конфетами. Как-нибудь слушай, шапку нужно, чтобы она открывалась. На липучку. Да, можно снять... на кнопки да. какие-нибудь. Можно связать съемную шапку Васильича, сделать ее там замочком или на пуговках. Да, и туда сделать конфеты. И набить его конфетами. У нас совсем скоро будет мастер-класс, мы его готовим, и вы сможете, например, адаптировать под себя. Много подруг, ну, да, да, да. Если, например, много вяжущих подруг, я уверена, у Лизы куча знакомых, которые тоже вяжут. У нас есть подарочная упаковка, то есть можно выбрать просто что-нибудь из пряжи, например, новогодняя серия у Реги, которая, да, просто тут... В том году боксы мы создавали, и не только в том году. Можно создать, да, например, какой-то... И просто красиво упаковать это. Да. А если, например, еще по изделиям, если выбирать, например, что... Поэма — это прям, мне кажется, вообще готовый подарок просто. А если несколько поэм? Ты прикинь, тебе приносят коробку, а у тебя там три поэмы. То есть вяжущим дарим поэмы, а не вяжущим вяжем из поэмы. Да. Кактус за 4 вечера. Что еще? Слушай, тема Гарри Поттера. Да, она сейчас к Новому году тоже очень популярна, и мне кажется, вот... Шар Гарри Поттера. Да, 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 вот эти вот шарфы. Митинги, шапку. Вот в стиле у нас много цветов Аран 30, мы сможем для вас подобрать цветовые сочетания. Ты сегодня уже подбирала, по-моему. Я подбирала, да, сегодня видеоконсультацию на шарф Гриффиндор. Также сможем и Слизерин, и Коктевран, в общем, все в цветовых сочетаниях мы сможем для вас помочь выбрать. Готовьте подарки заранее и обращайтесь к нам, напишите. Девочки, хочу связать или купить, оформить подарок для своей подруги, близких. Посоветуйте мне, я умею то-то, сё. И... А подруга умеет то-то да, все. Да. Help me. И мы поможем вам с удовольствием сделать правильный выбор.